Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Шокирующая новость о смерти подняла настроение Джану Яману и Димет Аздемир. Как известно, Джан Яман и Димет Аздемир очень чувствительные люди. Они не умалчивают ни о какой несправедливости, творимой в Турции и в мире. Они стараются помочь нуждающимся людям, чем могут. Димет Аздемир постоянно участвует в проектах социальной ответственности. Оказывайте поддержку девочкам в чтении. Опять же, недавно в Турции произошел очень неприятный инцидент. Инцидент в Конье поднял всех на ноги. Сотрудник Центра реабилитации животных в Конье забил собаку лопатой до смерти. Эти изображения нашли широкое освещение в социальных сетях и вызвали реакцию. Увидев эти изображения, власти тут же арестовали человека, проводившего акцию. Восток. Димет Аздемир и Джан Яман поделились следующими словами из своих аккаунтов в социальных сетях. «Ты виноват, ты бессовестный, ты даже не человек. Я не могу. Он делает это с человеком, который делает это с животным». Позже красавица-актриса сделала плачущее лицо. Эмодзи Джан Яман и Димет Аздемир были очень впечатлены этими событиями. Как мы знаем, они обе очень любят животных. У обоих есть домашнее животное. Вот почему они терпеть не могут так страдать животных. Слишком много. Эти двое никогда не молчали о несправедливости. Они всегда старались добиться успеха, голоса угнетенных и угнетенных были услышаны. Вот почему мы любим Джана Ямана и Димет Аздемир. Потому что у них такое красивое сердце. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.